спектакли занимались, селекцию, разведение. На темноту окраску. У нас все были черные. Почему? Так и есть. Вам грозный стал украсть. Что, блядь? Сюда с российской улицы, что голые здесь сюда сюда. Работка. А мы по $200 продавали набор, мы цену поднимали вдвое. Английская королева, принцесса японская и так далее. А что вы на стороне? Нерентабельно. Сработать технологии разведения в следующем случае. Наверное, это один из самых дешевых. И дешевый, и у него есть некоторые преимущества. Растительный тип питания и спять. Сейчас мы сейчас. Сейчас я попробую выгнать парочку. Так, ну хватит сидеть. Вылезай, вылезай. Вылезай. Да, надо походить. Любопытствовать надо. Что там делать? Считал, что норка вроде считается самым сильным. Хотя все-таки соболь, конечно. Да, я, пожалуй, соболь-то не видел на людях ничего. Ну ее носить страшно, но голову оторвут сразу, после болезни, без разговора. Да, у нас это есть? Конечно, есть. Ну, если у нас в прошлом году 3 набора купили банкиры, и с 92-го года покупают, люди приезжают. Я прекрасно помню, приехал. Парень также молодой, лет 25. Хочу соболезнуть. Для кого? Для жены? Нет, для себя.
холодно, лодыри, по весне они шастают, когда тепло. Все вылезли, посмотрите, вот сейчас холодно, домик сидят, там тепло, подстилка. Ну, вот видите. Ну, два вышли сразу, вон они рядом. Поживее. Передохнуть, потому что такая скучность удовольствие. Видите, какие они толстые, одетые, такие вот, вальяжные. Это мех разный, да? Конечно, конечно. Так? Совершенно разные. И разные, и животные разные. Ну 16, количество сосков. 12 штук не больше. А что, они их сами кормят, да? Конечно, что. Да это можно даже открыть клетку и снять. Без сетки, если нужно. Берем прям, открываем. Вот спокойный зверь. А убежит? Не убежит. Вот морду прям можно снять. Ну, пожалуйста, вот. Сюда сходи, я проконтролирую. Угу. Они спокойные. Он может подойти и камеру понюхать. Да. Вот так. Да, это из них шапки раньше делали. Ну, сейчас шубы такие. О, песцовые. Спасибо, загораем. Да черт, я на улицах-то даже как-то людей в шубах не вижу. Все, что-то кожа да кожа. Много шуб. Сейчас этот мороз, сейчас приодели женщины.